Меня это бесит. Можно меня умереть. Так, какая-то вот табличка 2 километра в час, что ли, ехать тут разрешено. Да ну ладно. О, а чё семафор горит красным? Но почему? Но я не говорю, почему он красным горит. Я имею в виду, почему он так слабо горит. Он почти не горит. Но если вы не видите, то что он чуть горит. Вот если вы, да, вы, наверное, заметили то, что он, конечно, чуть-чуть горит, но на нас снега. Вот так, разделка рельса, вот видите. Так, ну уже вроде не так жутко идти. Ой, там люди какие-то идут, гуляют. Ой, ладно, не важно. О, давайте отойдем. Там же ток как бы идет по рельсам. То есть не по рельсам, а по проводам через рельсы. Но на рельсом, но внутри рельс, там реально небольшой ток подается около семафора, но в смысле не то, что за рельсы нельзя браться, или рельсы трогать можно, просто они только внутри рельсы. Если сломать рельсы, тогда все, током можно ударить. А так что, ну не бьет током. Понятное дело. О, опять какой-то стоп. Фигню стоит опять вот это вот. Опять тут гравий. Так, давайте идем. Так, вот уже нормальный жилой дом. Многоэтажный стоит. Опа, что там, что там, что там? Что там? Что там? Ну что такое там? А, это магазины какие-то. Опять телефон. Так, телефон какой-то опять. Ребят, не волнуйтесь, я знаю, когда телефон записывает и не записывает. Вау, чуть не наступил. Тут, наверное, провод где-то спрятан, да, там? Так, ну ладно, пошли. Так, так, какая-то табличка какая-то стоит, слушайте. Вообще какой-то... Так. А просто... Какая-то палка стоит.